Всем приветики. Как вы думаете, что это такое? Здесь у нее есть такие штуки. И выпуклости, и впуклости, и с обратной стороны тоже. Я вот не знал до недавних пор. Оно мне лежало лет 15, наверное. И только сейчас я понял, что это подставка для горячей посуды. То есть вы нагрели чайник, вы же его не поставите или сковороду прямо на скатерть. Он ее испортит, она выгорит как бы. А на подставку можно, потому что он будет прикасаться с этими штуками, вот. И не будет доставать до этого. И тем более, там еще будет пространство. То есть он будет стоять вот на них. И пока и тепло будет распространяться где-то на этой штуке. И до сюда вам, ну если дойдет, то до сюда точно не дойдет. И ничего не станет с вашей скатертью. То есть таким вот образом ставится горячая посуда. И вот так вот стоит. И все. Вот на этих штуках получается стоит. Они внутри пустые. Там по бокам. Внутри еще вот здесь вот пустота. И только вот этими вот краями соприкасается. И таким образом со скатертью ничего не станет. Вот. Так что это подставка под горячую еду. У меня она лежала очень долго. И только сейчас я это понял. Для чего эта штука нужна, а так? Я просто, не знаю, просто хранил, думал, прикольная штука какая-то. И только сейчас понял и поставил на стол, чтобы можно было на него ставить горячую еду. Вот, как-то так. На этом все. Всем покедова.